Привет, народ! С вами Соня. Иногда я помогаю папе в кафе. Ладно, мы почти закончили. Можешь идти играть. Ура! О, нет! Осталась последняя ложка. Надо раздобыть еще, пока буду там. Если я не раздобуду еще банку, я больше не смогу сюда вернуться. Здравствуйте, господин Лету. Это Соня, мой. Кондитерскую что, ограбили? Я наскребу немного джема. О! Фу! Судя по запаху, он испортился. О, этот джем непредсказуем. Погоди-ка, смотри, господин Лету, это же он? Пошевеливайся, Лету, нам нужен джем. Наш отряд пристрашных почкунов готов пробраться в Тоствель и заляпать там все вдоль и поперек. Майя, Ник, Би и Бо, Маффи и Соня. Соня из Тоствеля. Планетарная разборка. Привет, народ! С вами Соня. Вы не поверите, что я узнала о Тоствеле на этой неделе. Все началось вчера, когда я вернулась домой поздно, потому что... Тебя оставили после уроков? А что случилось, доченька? Мам, я ничего плохого не сделала. Просто рисовала в тетради Тоствелей. А Анастасия как закричит, что я рисую учительницу, и миссис Блендли ей поверила. Ой, какие хорошенькие. И, кстати, совершенно не похожи на миссис Блендли. Ну ладно. А можно мне тогда в Тоствель? Там сегодня состоятся желатиновые старты. Понятия не имею, что это, но звучит круто. Ну, если желатиновые, тогда можно. Повеселись с вымышленными друзьями. Просто не надо больше рисовать на уроках. Соня, надо в Тоствель! И когда я попала в Тоствель, он буквально разваливался на части. Привет, Соня, ты цела? Привет, Майя, а что тут у вас происходит? Граждане Тоствеля, внимание! Остерегайтесь опасного преступника Туллера! Он разбирает все подряд по всему Тоствелю! Ну, на это же нужно время! Почему никто не поймал его, пока он что-то разбирал? Он делает все тайком! Откручивает какую-нибудь деталь, и потом, когда Туллера уже и след простыл, она отваливается! Вот как сейчас! И так уже несколько дней! Спорим, Туллер — это Крамбл, который пробрался с темной стороны Тостленда. Я всегда говорила, ваша сырная мембрана — слишком ненадежная защита от Крамблов. Точняк, потому что она из швейцарского сыра. Не думаю, что Туллер Крамбл. Говорят, он выглядит как нормальный Тостель. Похож на складной ножик с кучей всяких штук внутри. Я хочу услышать все в подробностях. О, в автобусе по дороге на желатиновые старты, а то мы опоздаем. Ха-ха-ха-ха-ха! Смотрите, это же Туллер! Настоящий мастер розыгрышей! Я должен взять у него автограф! Его розыгрыши заходят слишком далеко. Например... Гигантский пончик падает с билборда и катится прямо на нас. Да, Маффи, в таком духе. Я не спрашиваю. Я говорю, что вижу. Смотрите. Я иногда бегаю в пекарню за пончиками, но чтобы бегать от пончиков... Начинать никогда не поздно. Надеюсь, успели к началу желатиновых стартов. Внимание! Из-за действий преступника Туллера желатиновые старты отменяются! Вот. А если мы поймаем этого Туллера, отмену стартов отменят? Тогда отмену отменят. Но у вас ничего не выйдет. Вся полиция Тоствеля сбилась с ног, пытаясь его найти. Ребята,
мы поймаем Тулера. И как ты предлагаешь это сделать? Легко. Он просто не может удержаться, чтобы не разбирать все подряд. Сделаем приманку. Та-дам! Тоствельский конь своей картонной персоной. Выглядит потрясно. Думаешь, Тулер на это клюнет? О, да. За мной. Эй, Тостли, приходите посмотреть на неразрушимую статую. Никому не под силу ее разобрать. Теперь Тулер точно не устоит. Эй, Тостли, приходите поглядеть на статую, которую никому не разобрать. А Тулер не придет? А может, он нашел для разборки что-то поинтереснее? Например, оливку на шпажке. Не может быть, оливка на шпажке под круглосуточной охраной полиции. Не сегодня. Нет, Тулер, приходи! Вы чего так напугались? Это же просто большая оливка на шпажке. Ты не понимаешь, это шпажка. Удерживает вместе две половины Тостленда. Эй, Тулер, слезай, слышишь? Тулер, что задумал? Чего вы так вопите? Я здесь. Если ты Тулер, то кто тогда там? Сам бы хотел знать. Я только что вернулся из отпуска. Пожалуй, это мне больше не нужно. Я же говорил, это Крамбл. Что ты делаешь? То, что еще не удавалось ни одному Крамблу. Разламываю мир пополам, чтобы темная сторона оказалась сверху, как она заслуживает по праву. Мы, Крамблу, устали жить в тени Тостлей, поэтому я решил перевернуть нашу планету темной стороной кверху. А зачем ты выдавал себя за Тулера и разбирал все подряд? Чтобы вся полиция искала именно его, а мировую ось оставила без охраны. Тот, у кого из попы растут инструменты, идеально подходит на роль разбирателя. Во-первых, сейчас было обидно. А во-вторых, если отвинтить оливку, половинки планеты просто разлетятся в космосе в разные стороны. Да? Серьезно? А вот об этом я не подумал. А, вовремя мы вылезли. Ребята, а где попкорн? Попкорн! Попкорн! Ладно, пока! И это, извините, что так вышло! Должен быть способ это остановить! Надо что-то накрутить на шпажку вместо оливки и заново стянуть половинки планеты. А гигантский пончик подойдет? Все-таки мучное очень тяжелая еда. О, нет. Маффи, ты чего? У пончика же нет резьбы. Мы не сможем накрутить его на шпажку. Ой, прощайте, ребята. Вы были отличными Тостлями. Даже ты, Соня. Хоть ты и не Тостль. Оставьте прощание на потом. Сейчас Тулер всех спасет, а заодно починит свою репутацию. Я нарежу резьбу. Готово. Крутите все дружно! Чего встали? Не идет! Застряла! Эй, маломощные Тостли! Ну-ка подвиньтесь! Ты решил нам помочь? Ну, не могу же я смотреть, как мир разваливается на части! По твоей вине! Ну, это уже детали! Навались! Ура! Ой, теперь мне точно пора. Желатиновые старты в самом.
самом разгаре. Какая борьба? Кто же будет победителем? Безумно захватывающе. То есть мы спасали мир только для того, чтобы Ник смог хорошенько выспаться? Это самый скучный вид спорта в Тоствиле. А ты не знала? Могли бы и предупредить. Знаете, я, пожалуй, пойду. Сони, пора домой. Сваливая вину на другого, становишься виноватым вдвойне. Да, к сожалению, я не могу фотографировать в Тоствиле, потому что ни один смартфон там не работает. И Тоствиле я просто рисую. О, сообщение от Анастасии. Она все равно не верит в Тоствиль. Но зато ты поняла, что я рисовала не учительницу. Тогда скажи ей об этом завтра в школе. И отвечаю Энрике из Мехико. Видосы Happy Stones я, к сожалению, тоже не могу скачивать. Ну, пока, рука!